Думал, что, может быть, ради дневника буду ложиться раньше, но потом подумал, что ничего ради дневника делать не буду, и ничего и не делаю. Вот единственное, что ложусь-то я еще позже. Ну, по разным причинам. Вот сейчас, например, я немножко зачитался разной вот этой вот литературой, которая мне нужна, по идее, по какой-то моей идее. Ел я сегодня просроченную еду. Я нашел пакет просроченной стручковой фасоли замороженной. Она где-то годик как уже испортилась. И то же самое гавайская смесь. И я сначала одно съел, целый пакетик, потом гавайской смеси съел целый пакетик. И было очень вкусно. Я не знаю, каким образом она просроченная. Ну, просто они были как такие ледяные кирпичи, и я их еще пытался как-то растопить по-разному. Ну, мне очень понравилось. Сегодня у меня была неприятная новость. Оказывается, у меня было приоткрыто окно вообще все эти дни, которые я в Питере, а у нас погодка-то холодная, и ночью совсем холодно, и я, получается, что мерз сильнее, чем мог бы. И возможно, что у меня даже ухо уже проходит. Вот я сегодня утром когда закрыл окно, мне кажется, что стало чуть-чуть лучше. Так. Ну да, это немножко неприятно, но на самом деле мне даже... Я с детства помню, что у меня уши часто болели. И мне тут еще напомнили, что в детстве мы всегда жили вообще с открытыми окнами в любую стужу зимнюю. И я как раз вспомнил, а у меня ведь часто что-то вот так вот болело. И какие-то я сделал логичные выводы из этого. Посмотрел фильм, называется «Война миров», и такая «Z». И я не понял, почему «Z» сначала, а потом понял, «Z» — это зомби. И, в общем, там начался сплошной зомби-апокалипсис, и, в общем-то, ерунда, но фильм мне понравился. Там какие-то и персонажи были, и какие-то идеи. Единственное, что там... Возможно, что это как раз очень правильное отношение к ужастику. То есть там ужасно, что какие-то из-за каких-то оплошностей что-то происходило. Вот именно у меня вот пару раз, по крайней мере, я помню, что были именно какие-то оплошности, ерунда. И из-за них там разгоралась какая-то прямо драма. Актеры мне понравились там. И вообще фильм, на удивление, понравился. А все или не все? Что еще было? Окно? Наверное, все. Мне уже очень поздно, уже больше, чем 5:30 утра. Больше, чем 5:30 утра.